Во Франции, несмотря на распространение коронавируса, в воскресенье проходит первый тур муниципальных выборов. Избирателей призвали приходить на участки для голосования со своими ручками. Там установили емкости с антисептическим гелем и разместили на полу зоны безопасного удаления людей друг от друга. Защитные маски при регистрации придется снять. Проведение выборов вызвало широкую критику, особенно после того, как накануне премьер-министр Франции объявил о закрытии в стране всех кафе, баров, ресторанов, дискотек и непродовольственных магазинов. «Мы видели слишком много людей в кафе, в ресторанах. Раньше я бы только порадовался, потому что мы все любим Францию. Но в течение нескольких недель это не то, что мы должны делать». По последним данным, число заболевших во Франции достигло 4500. 91 человек скончался. Еще 300 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии. При этом, как отмечают медики, более половины из них – это люди младше 60 лет.